Bonjour, chers amis. Je vous attends, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai une très, très, très bon article, à mon avis, parce que ça ne porte pas sur le confinement. Ça porte sur le confinement, mais il n'y a que trois mots qui nous intéressent. La plupart des mots, c'est sur l'art et c'est lié à l'art et à la créativité humaine. Voilà, je vous attends, j'espère que bientôt je vois déjà quelques personnes. Voilà, dites-moi si vous allez bien. Alors, on attend. Est-ce que vous avez trouvé le document qu'on vient de publier il y a 15 minutes? Et puis, le lien, voilà, notre article, le lien sur l'article. Здравствуйте, друзья! Вижу, что у нас уже 22 человека собралось. Еще немножко подождем, чтобы никто... не пропустил самое главное, самое интересное. Вижу уже некоторых своих знакомых и друзей, которые у меня высвечиваются. Скажите, пожалуйста, нашли ли вы документы? Bonjour, Мария, bonjour. Нашли ли вы документы и статью? Она есть у нас, во-первых, здесь, в обсуждениях, во встрече. А во-вторых, еще и в нашей группе в Фейсбуке. Voilà. Bonjour Kirill, bonjour Irina, Ася, Франкотека присоединилась, будет нам помогать, Ольга вижу. Да, эта встреча у нас уже шестая, мы организуем ее с Франкотекой, с Библиотекой иностранной литературы, для того, чтобы мы вместе с вами знакомились с актуальными событиями. В принципе, по идее, это должна быть Франция, но сегодня я выбрала статью, которая связана с Россией и с группой Фейсбука, которая называется «Изоляция». Если вы еще не там, добавляйтесь. Я уже давно там, мне все нравится. Я наслаждаюсь просто каждый день тем, что делают там люди. Так что вам тоже советую. Увидела эту статью и решила, что почему бы нет, не совместить приятное с полезным. Очень интересная лексика. Выбрала там самую главную, вы уже по документу видели, поскольку, конечно же, ее очень много, но именно сегодня будем рассматривать лексику, которая связана с спецификой этой группы и со спецификой Фейсбука. Да. Давайте. Скажите, пожалуйста, нашли ли вы документ? Если что, вам будет помогать Франкотека. То есть, ну, в принципе, уже сейчас вы можете посмотреть, чтобы лишний раз уже не отвлекаться. Сейчас перейду уже к статье. Все наши предыдущие видео, 6 новостей, у нас 5 пока. 5 новостей у нас опубликовано в YouTube, причем еще в нескольких вариантах иногда, поскольку я записываю с вами вот этот директ, но еще у меня идет параллельно запись с компьютера, чтобы вам было еще и статью видно, потому что я работаю со статьей. Но, в принципе, мне кажется, не столь это критично, поскольку если вы уже... взяли документы вы или скачали на какой-то другой носитель и просто открыли другую вкладку, вы будете слушать меня, и, в принципе, уже будет все эффективно и хорошо. Вот у нас уже 60, я думаю, что можно уже начать. И voilà, начинаю, перелистываю, если что, задавайте вопросы. Все вопросы, которые будут здесь заданы у нас в контексте именно занятия, я попробую ответить, если они будут относиться именно к нашему занятию. Пора. Открываю свою презентацию, чтобы все у нас было интересно. И voilà, je commence. Как я буду работать? Сначала я прочту эту статью достаточно медленно, вы с ней знакомитесь, если еще этого не сделали. Потом пройдемся с вами по словам, которые касаются коронавируса, здесь их очень мало. Потом слова, которые касаются специфики Фейсбука и вот именно конкретно вот этой группы «Изоляция». Дальше статья, как оформлена статья, то есть некоторые такие моменты. И потом я прочту и переведу, больше на перевод буду делать акцент. Будет много еще новых слов, если вдруг у вас уровень пониже. И в конце, в самом быстрее прочту. Потом будет грамматика, и в самом конце я прочту побыстрее. Что хотела бы сказать, не расстраивайтесь, если это сложно, это статьи уже не адаптированы абсолютно. Если ваш уровень А1 плюс А2, 20% слов, которые вы услышите и запомните, это уже большая победа, и плюс у вас еще есть возможность поработать с чтением, потому что, когда вы будете смотреть запись дальше, вы можете действительно остановить ее именно на чтении и над акцентом работать. Accueil, monde.
Coronavirus confiné, les Russes trompent la nuit en créant des versions vivantes de tableaux. Passe-temps, le groupe Facebook Isala Silla comptait ce vendredi 350 000 abonnés en Russie. 20 minutes avec AFP, publié le 12 avril 2020 à 15h45, mise à jour le 12 avril 2020 à 16h. Zéro partage, 237 commentaires. Reproduction du tableau, capture d'écran du groupe Facebook Isala Tsiya. Des crevettes formant la danse de Matisse ou des ailes de poulet devenant les trois grâces de François Boucher, pour tromper la nuit, les internautes russes confinés à cause du coronavirus reproduisent avec les moyens du bord des tableaux de maître. La prolifération de notre projet est encore plus exponentielle que celle du virus, s'amuse Ekaterina Brudnaya Chilyadinova, 38 ans, fondatrice du groupe Isalatsiya, confinement artistique sur Facebook, qui comptait vendredi 350 000 abonnés en Russie. Chagall, Van Gogh, Matisse. Au départ, raconte cet employé du groupe Mail.ru, elle cherchait à distraire des amis en publiant fin mars une photo de son mari déguisée à la manière d'un célèbre autoportrait de Vincent Van Gogh. C'était facile à faire avec un vieux chapeau de paille trouvé dans un placard et une teinture rousse rapide de sa barbe, raconte-t-elle. En réponse, elle a reçu une reconstitution élaborée des amoureux dans le ciel de Marc Chagall. Un couple y survolait, perché sur un tabouret, une ville construite en Lego. Et c'était parti, rit-elle. Depuis, Ekaterina a découvert l'existence d'autres groupes similaires reproduisant chez eux des œuvres classiques, en Russie et ailleurs. On s'échange avec plaisir nos chefs-d'œuvre, dit-elle. Parmi eux, la danse d'Henri Matisse, recomposée par Nathalie Shevchenko, avec des crevettes roses et cinq noix disposées sur un sac en plastique et une serviette éponge verte. L'œuvre a un succès fou avec ses 40 000 j'aime depuis sa publication mardi. Les retouches photos interdites. Les règles sont strictes, les logiciels de retouches photos sont interdits. On n'utilise que ceux que l'on trouve chez soi. Après, c'est libre cours à l'imagination avec des résultats drôles, effrayants, stupéfiants, voire même coquin, se joint des interdits de Facebook sur la nudité. Le couple Monakov a recréé trois tableaux dans leur appartement de Saint-Pétersbourg. Leur chef-d'œuvre, fils prodigue de Rembrandt, sur leur copie, Rouban, en père heureux, serre dans ses bras sa femme Julia, agenouillée dos au spectateur, avec son talon gauche nu et sale qui ressort sous son peignoir éponge blanc. Notre dossier sur le confinement. La situation avec le confinement n'est pas facile, mais on espère toujours le meilleur. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, explique Rouban Monakov, 48 ans, lui-même peintre professionnel. La démographie des tableaux est, elle, très variée, avec même beaucoup de personnes de 60 ans et plus. Comme cette arrière-grand-mère de 88 ans, qui prend la pose de l'inconnu, œuvre du peintre russe du 19e siècle, Ivan Kramskoy, dont les reproductions étaient omniprésentes dans les appartements soviétiques. Et bon, dites-moi comment ça va, est-ce que vous trouvez l'article intéressant? Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам статья и кажется ли вам она интересной? Много ли у вас незнакомых слов? То есть вот какой-то выбор статьи вы тоже комментируйте. То, что они будут все как-то связаны с коронавирусом, пока коронавирус есть, это точно. Потому что, как я уже объясняла, задача состоит в том, чтобы вы включили телевизор или в интернете что-то нашли, какой-то источник, любой сайт, и смогли сразу же читать и быть в курсе событий, и все понимать. Надеюсь, что все хорошо. Вижу, что идут лайки. Но вы иногда что-то пишите, чтобы я осознавала, что вы там, что вы слушаете. Ну, on y va, on continue. Теперь продолжим с лексикой по вирусу. Le vocabulaire du virus. Мы сейчас с вами тренируемся, вы широко открываете рот, кто первый раз артикулирует хорошо,
У нас задачи такие, у нас много аспектов, над которыми стоит работать, так что сейчас мы будем тренироваться и учим лексику, переводим, но еще и как широко, красиво открывать рот. Любом, le vocabulaire du virus, вокабуляр, который касается вируса, confiné, заточенные, это в обычной жизни, в нашем контексте это те, что в карантине. Confiné, слово карантин, заточение, это le confinement, и слово коронавирус, который везде сейчас самое известное слово в мире, мне кажется, le coronavirus. Красивое слово, потому что здесь, во-первых, оппозиция у нас corona, открываем широко рот, закрываем ви и округляем вперед virus, coronavirus. Прям идеальное слово, чтобы проверить акцент и оппозиция. Le coronavirus. У него дальше vocabulaire du sujet. Первое. Tromper la nuit. Мы, наверное, скажем в русском убить скуку. Ну, то есть так нечего делать. Во французском дословно обмануть скуку. Себе делайте комментарии. Будет вам тоже нечем заняться или желание будет развить свой вокабуляр. Можете в Ютубе тоже можно. В Твиттере чаще всего можно найти. Вбиваете «Je trompe la nuit», и вы увидите какие-то сочетания интересные, как люди убивают скуку. Всегда ищите контексты. Можете себе дописать, чтобы не просто у вас было вот сочетание в инфинитиве в словаре, а чтобы уже какая-то картинка у вас складывалась, история за этим. Ensuite, la version vivante. Живая такая версия картины, потому что люди там у нас живые в основном или не живые, ну, то есть там еще и с предметами делают. И с гречкой очень часто что-то делают. Так что увидите сами, если еще не там. Ensuite, le passe-temps. Это досуг. Видите, это слово составное, проводить время. Le passe-temps. Un abonné, это был у нас еще в прошлый раз, это подписчик. Les internautes, это те, кто у нас интернет-пользователи, мы называем интернот, как астронот, тот, кто у нас среди звезд, а интернот, тот, кто у нас по интернету путешествует. Reproduire des tableaux de maître, воспроизводить картины великих художников, мэтров. Ensuite, les moyens du bord, очень мне понравилось выражение, мы говорим это с подручными средствами, то есть то, что есть под руками. Ничего дополнительно люди не покупают, вот то, что нашли дома, то и делают. Les moyens du bord. Посмотрите, опять же, разные контексты в интернете везде, чтобы у вас это как-то, к вам это прижилось. И смотрите, вы можете, опять же, составить какой-то текст, что вы делаете avec les moyens du bord. Вот прям... Я готовлю что-то avec les moyens du bord. Или решила сделать себе платье avec les moyens du bord. В голове себе эти фразы прокрутите в вашем личном контексте. Они запомнятся лучше. Ensuite, la prolifération du projet. Развитие такое резкое, размножение. Вот, потому что это действительно, когда я добавилась в группу, там было несколько десятков тысяч человек. 50-80, вот так вот. И прям я каждый день заходила, их было на сотни больше. Если в пятницу их уже было 3350, сейчас, мне кажется, там уже 500 тысяч людей. Вот, так что действительно, это вот именно когда очень быстро. La fondatrice du groupe, создательница группы, мужчина, это будет фондатор. Я надеюсь, что вы сразу догадались. Distraire quelqu'un, это кого-то развлечь. Вуаля, развлечь, больше не могу ничего придумать. Être déguisé, быть переодетым. И слово существительное déguisement. Именно в кого-то обычно переодеваются. Не просто, что я вот была в розовом платье, надела платье белое, переоделась. Нет, это я должна стать бабой-ягой, например, или кем-то еще. Вот, то есть вот это переодеться, какой-то персонаж уже. Это называется déguisement. Une reconstitution élaborée. Reconstitution, ну, в принципе, реконструкция, то есть elaborate, это значит до деталей, человек вот думал, она такая вот вся построена, эта reconstitution, то есть не просто так без деталей все это, лишь бы как бы, а человек, там действительно очень-очень классные работы. Ensuite, les logiciels de retouche photo, les logiciels, это обеспечение вот компьютерное, какое-то приложение и так далее. Retouche photo, это Photoshop. Retouche photo, retouché, да? Ensuite, espérer le meilleur, надеяться на лучшее. Мы все сегодня nous espérons le meilleur. Тоже можете эту фразу уже все себе в вокабуляр активный
поместить и использовать, потому что по-другому нельзя. Ensuite, la capture d'écran, screen, screenshot, ouais, то есть, даже не знаю, как по-русски такое, все, по-моему, по-русски говорят screenshot. Вот в французском la capture d'écran. Потому что, и опять же, они в этой газете, в 20 минут, на этом ресурсе, они не смогли вам много фотографий показать, потому что они не имеют прав автора. В группу заходите, сами все увидите, они вам описывают, но это трудно понять, опять же, как это сделано. То есть, bon. Ensuite, avoir un succès fou, иметь сумасшедший успех. Avoir un succès fou, в голове себе прокрутите, кто из ваших знакомых или каких-то проектов a eu un succès fou, passé composé, у кого был сумасшедший успех. Ensuite, c'est libre cours à l'imagination, здесь как бы поток, а мы в русском скажем, что полет, свободный полет фантазии. Voilà. C'est libre, и причем не артикля, тут ничего нет, это c'est libre cours à l'imagination, et prendre la pose de, взять позу, это странно, но принять позу кого-то, то есть вот она, эта бабушка как-то себя так вот поставила, чтобы на фотографии походить на то, что было на картине. Вот не знаю, теперь я все это четко читаю, надеюсь, что четко я буду стараться, два раза вы повторяете за мной, максимально артикулируйте. Voilà. Никого не стесняйтесь, пусть они терпят. Тем более французский — это не самое страшное, что можно терпеть. On y va. Le vocabulaire du sujet. Tromper la nuit. Tromper la nuit. La version vivante. Тяните, четко конец произносите. La version vivante. Le passe-temps. Рот не закрывайте на «а». Le passe-temps. Если у вас носовые проблемы, закройте рот, будет такой гнусавый звук. Еще раз. Le passe-temps. Un abonné. Un abonné. Les internautes. О, закрытая она здесь. Les internautes. Reproduire des tableaux de maître. Reproduire des tableaux de maître. Tableau. О, тоже закрытая. Дальше E. Tableau de maître. Ensuite. Les moyens du bord. Открытая O. Les moyens du bord. La prolifération du projet. Красивое слово. La pro, открытое O. Дальше закрываем. La prolifération du sujet. Du projet, pardon. Еще раз. La prolifération du projet. La fondatrice du groupe. Ou тоже тут, не тут она. Groupe. La fondatrice du groupe. Дальше максимально тянем. Distraire quelqu'un. Distraire quelqu'un. Челюсть открыта, надеюсь, что вас тоже. Смотрите на себя в зеркало. Être déguisé. Être déguisé. Une reconstitution élaborée. Une reconstitution élaborée. Les logiciels de retouche photo. Les logiciels de retouche photo. Espérer le meilleur. Красивая фраза, прям вся такая. Espérer le meilleur. Нарезать, надо закрыть, тут неправильно проартикулировала. Espérer le meilleur. Ensuite. La capture d'écran. La capture d'écran. Avoir un succès fou. Avoir un succès fou. Fou, здесь, глубоко. Ensuite, c'est libre, cours à l'imagination. Cours, ou, пожалуйста, сюда. C'est libre, cours à l'imagination. Et последнее,
Prendre la pause de. Pause, не оглушайте. Prendre la pause de. Et voilà. Ensuite, le vocabulaire de l'article. L'accueil. Первая страница. Homepage. Le monde. Это мир целый. То есть наша статья у нас до этого была для société, потому что рубрика об обществе именно французском. А здесь они выбрали, я выбрала статью, и у них это в рубрике находится мир. По-моему, у нас в русском тоже, в русских газетах точно так, что в мире творится, в общем, не у нас. Ensuite, mettre à jour, обновлять, publier, публиковать, partager, делиться чем-то, le partage, то есть вот этот факт того, что кто-то поделился этой новостью, например, или вашей публикацией, например, в соцсетях, les commentaires, комментарии, le dossier sur, dossier au, то есть они собрали, и вы там можете кликнуть, видеть какие-то другие новости по схожим темам. Читаем. Le vocabulaire de l'article. Le vocabulaire de l'article. L'accueil. L'accueil. Le monde. Le monde. Mettre à jour. Mettre à jour. Publier. Publier. Partager, partager, le partage, не оглушайте, je, le partage, les commentaires, le dossier sur, et voilà, читаю теперь еще раз статью, как вы, все ли вам понятно, скажите мне, пожалуйста. Все, вы, vous me suivez, это значит, вы успеваете за мной, в любом случае, может небольшая такая вот техническая задержка происходить, но в интернете, когда потом посмотрите, в YouTube будет, думаю, что без задержек. Пишите в любом случае сейчас уже вопросы, я смогу на них ответить в комментариях, например. Понига, читаю и перевожу. Accueil, первая страница, monde, мир. Коронавирус, заточенные россияне русские, потому что нет, это не русские, это россияне. Русь — это как именно принадлежность гражданства, точно так же, как и француз. А этническая группа может быть уже другая. Дальше. Убивают скуку, создавая живые версии картин. Досуг, группа Фейсбука «Изоляция» насчитывала в эту пятницу 350 тысяч подписчиков в России. 20 минут avec AFP, Agence France-Presse, опубликовано 12 апреля, бла-бла-бла. Voilà. Комментариев 0, 237 человек поделились. Reproduction du tableau, репродукция картины, скриншот группы «Изоляция». Креветки, формирующие танец Матисса, и крылышки куриные, становящиеся тремя грациями Франсуа Буше, чтобы убить скуку. Интернет-пользователи российские, заточенные из-за вируса, воспроизводят с подручными средствами картины великих художников, метров. Необыкновенно быстрое развитие нашего проекта еще более такой по экспоненте растет, чем вирус. Развлекается, то есть веселится, ее это забавляет. Екатерина Брудная Челединова, pardon. Ей 38, и она основательница группы «Изоляции». Художественное заточение на Фейсбуке, которое насчитывало в пятницу 350 тысяч подписчиков в России. Шагал, Ван Гог, Матисс. «О депар», мы с вами видели в прошлой новости пятой. «О депар» в начале, рассказывает эта сотрудница группы Mail.ru, она стремилась к тому, чтобы развлечь своих друзей, опубликовав даже, тут публикуя, но опубликовав, в конце марта фотографию своего мужа, который был переодет по манере знаменитого автопортрета Васа Ван Гога. Это было легко. С старой шляпой из соломы, найденной в каком-то шкафу, и с краской рыжей, быстро сделанной, вот, нанесенной на его бороду, рассказывает она. В ответ Анри Помс она получила реконструкцию
утонченную, такую детальную, «Влюбленных в небе» Марка Шагала. Пара там летала. Перше, вообще-то у нас перше — это птички, вот так вот, когда они за палочку держатся. У нас даже в этом в басне Крылова, у них басне Крылова и в басне автора французского, забыла его, как зовут, то у нас написал «Ворона и лисица». «Ворона и лисица». Сейчас я буду вспоминать. В общем, все это знают. У меня просто сейчас небольшая пауза в мозге. Так вот, перши — это значит вот так держаться. А они перши на этом табурете. И город у них был сделан из лего, построен из лего. Дальше. «C'était parti». И опять, мы видели это в прошлый раз. И это началось. То есть вот «C'était parti», смеется она. С того момента, depuis, Екатерина открыла для себя... Опять же, это абстрактное значение, у нас уже был этот глагол «декларер». Существование других групп, похожих, similar, которые «reproduisant» у себя дома, которые создавали у себя дома классические произведения в России и других местах. А «ailleurs» — это другие места, любое другое место. Например, «всегда хорошо в другом месте» — это вот «ailleurs» будет. Дальше. «Обменивались с удовольствием нашими шедеврами там», — говорит она. Среди которых танец Анри Матисса, составленный Натальей Шевченко с креветками розовыми и 5 орехами, которые были разложены на пластиковом пакете, sac en plastique, это пластиковый пакет, и serviette éponge verte, это махровое полотенце, и на махровом полотенце. Произведение было, имело сумасшедший успех с 40 тысячами лайков, жем во французском, начиная со своей публикации, то есть вот с момента публикации до момента публикации вот этой статьи, там было уже 40 лайков, и voilà. Les retouches photo interdites, фотошоп запрещен, правила очень строгие, для режиссера все программы по фотошопу запрещены, и пользуются только, не кё, это только, мы сейчас в грамматике это будем смотреть, тем, что находим у себя, то есть дома. После свободный полет, мы это только что видели, с libre cours à l'imagination, фантазии, с забавными результатами, effrayant, с результатами, которые пугают, stupefiant, которые ставят в замешательство, и даже иногда такие шаловливые. Потому что дальше у вас есть строчка «Ce genre des interdits de Facebook sur la nudité», которые играют на запретах Фейсбука о голом теле. Фейсбук и Инстаграм запретил публиковать какие-то части голого тела. И вот они там с этими моментами играют, и поэтому называется «Coquin», шаловливые такие, которые дразнящие и так далее. Ensuite, «Le couple Mona», тут написано «Monacova», но вообще это, наверное, «Хова». Почему? Потому что во французском языке нет звука «ха», и всегда, когда есть у вас фамилия, вдруг будет «ха», это нужно будет писать через «кх». И они, разумеется, это никогда не произнесут как «ха». У них не привык вообще речевой аппарат произносить «ха». Так что я произнесу как по-французски «монакова», но это «монахова». Дальше. Пара «монахова» создала, воспроизвела «рокре», не «кре», а «рокре», три картины в их квартире в Санкт-Петербурге. Их шедевр — это «Fils prodigue de Rembrandt». Это «Сын блудный». «Возвращение блудного сына», я думаю, Рембрандта. На их копии Рубен Ампер-Уве, будучи счастливым отцом, в роли счастливого отца, сжимает в своих руках свою жену Юлию, которая сидит у него на коленях, а жену ей до у спектатор, который сидит у него на коленях, но спиной к... Ну, картину вы видели, вот так там сидит девушка, и вот поворачивается спиной, к людям, но спиной она к ним сидит. Спектатор — это зритель. Со своим талюм гошню и саль, со своим талюм — это пятка. Со своей левой пяткой голой и грязной, которая выходит из-под пеньюара, «Эпош блён» — это из махрового такого, наверное, халата, пеньюара, белого. Вара.
Надо это увидеть, чтобы понять. И картину, в принципе, если вы представляете, посмотрите в интернете, как это выглядит, уже будет еще более понятно. Voilà. Наше досье sur le confinement об этом заточении. И цитата. Ситуация с карантином нелегка, но мы все надеемся на лучшее, le meilleur. И вот поэтому, c'est pour ça, мы выбрали эту тему. On a choisi ce sujet, объясняет Рубен Монах Ховы, 48 лет, сам peintre professionnel, художник профессиональный. Демография картин очень разнообразна. Эль тут стоит просто, чтобы усилить. Эль, демография, она очень разнообразна. Он, наверное, вот так сказал, они пытались эту экспрессивность передать. Avec même beaucoup de personnes, и даже с большим количеством людей, которым больше, которым 60 и больше, до 60 ans и plus. Как, например, это прабабушка 88 лет, которая приняла позу, принимает позу незнакомки, знаменитого русского художника, произведение знаменитого русского художника 19 века Ивана Крамского, чьи репродукции были повсеместны, то есть в каждом доме, dans les appartements soviétiques, в квартирах советских. Bon. Ça va? Dites-moi, s'il vous plaît, si vous me suivez, si vous n'êtes pas trop fatigué. J'espère que oui. Super. Voilà. Нас 87 человек смотрят нас, не отчаиваются, им интересно, и значит, мы продолжаем. Теперь будем переходить к самой интересной части, и это у нас что? Это у нас грамматика. Bonjour, bonjour. Ольгу вижу, Марию вижу. Voilà. Грамматика. Опять же, выбрала не все, выбрала моменты какие-то, потому что все невозможно было бы обсудить. Мне понравились здесь сочетания такие «un créant», «un publiant». Это у нас деепричастие, «создавая», «публикуя». Тоже можете сами создавать. Основа такая же, как и у глаголов в «импарфе». То есть практически там у глагола «voir» будет другая. Вот. Но «en étant» этому подходит. Например, «en faisant» глагол «faire», «en voyant» — «видя», «en écrivant» — «пиша». В русском такого нет, но «en écrivant». Voilà. То есть берете основу, говорят, что «одну». Первое лицо множественное число, но там в «импарфе» тоже есть какие-то моменты такие. Например, с глаголом этого, так что я про импарфе чаще говорю. Любое. Je vous explique les règles de grammaire en regardant l'écran, смотря на экран, например. Я вам объясняю правила грамматики, смотря на экран. Или, например, je lave la vaisselle en regardant la télé. Я мою посуду, смотря телевизор. Это самое легкое Жерандиф, это на французском называется, много всяких функций, это самое легкое. Думаю, что тем людям, у которых А1+, пока стоит запомнить только это, остальным просто уже развиваться в каком-то другом контексте и посмотреть в интернете, какие еще бывают варианты. Ensuite, то есть это будет для вас совершенно легко. Les versions de tableau, еще раз напоминаю, мы с вами видели, версии чего? De чего? И дальше идут разных картин, и было бы вообще, по самым строгим правилам, les versions de plus des tableaux. Когда вот такие у нас возникают случаи, что у нас есть предлог de, и дальше за ним следует артикль множественного числа неопределенный или партитивный, то французы говорят, что нужно опускать и оставлять только предлог. Les versions de tableaux. Все, de уходит, потому что de, de, ну, не звучит. А для французов очень важно, чтобы было все красиво. Дальше. Глагол насчитывает сколько чего-то, да? Compter 350 000. И обратите внимание, 350 000 abonnés. Никакого предлога тут нет. 35 тысяч подписчиков. 350 тысяч подписчиков. И насчитывать что-то. Создавайте опять примеры какие-то. Сколько насчитывает, например, сколько вы насчитываете друзей на своей странице? Или какая-то группа сколько насчитывает? Во-первых, цифры повторите. Во-вторых, глагол compter сделайте еще ближе. Ensuite, дальше. Découverte formant la danse de Matisse. Des ailes de poulet devenant trois grâces de François Boucher.
Мне здесь хотелось бы обратить ваше внимание на формо и девено. Это у нас партисип презон. Это уже уровень B1+. В предложении обратите внимание, что, например, это у нас пункт 4, а в пункте 12 effrayant и stupéfiant там есть у нас s на конце. И это уже у нас вот effrayant и stupéfiant — это прилагательные глагольные. Так вот, разница какая? По функциям в предложении. Если у вас вот это формо или какое-то другое particip présent можно заменить на конструкцию qui плюс глагол, то это будет particip présent, и не нужно будет согласовывать логически. Вот посмотрите, тут тоже можно сделать. Découverte qui forme la danse de Matisse. Des ailes de poulet qui deviennent trois grâces. Если вы так можете сделать, значит, это particip présent, еще раз повторю. И тут не нужно согласовывать вроде числе. А, например, в конструкции, где у вас там про результат говорили, что картины могут быть effrayant, stupéfiant, в основном это сочетается с глаголами, например, être effrayant, être stupéfiant, или sembler effrayant, sembler stupéfiant. И там нужно согласовывать. То есть у них уже функции в предложении, как у прилагательных обычно. Tu es fatigant, да ты утомительный, ты мне надоел. То есть там нужно, или tu es fatigant, tu es fatigant, тут уже прилагательное, как обычно. И поэтому мы согласуем. Посмотрите еще эту тему, разницу между participe présent и глагольным adjectif verbal. Ensuite, au départ, c'est parti, это повторение того, что было в прошлый раз. Все пыталась донести до вас идею, надеюсь, что получилось, потому что нам трудно. Когда мы говорим, что мы уезжаем, все, поехали, это для нас конец. А у французов это начало. Au départ, сначала, дословно, при отъезде. Или c'était parti, это началось. А у нас уже все, конец, уже все уехали, никого не осталось. То есть c'est parti, je suis partante, я за, давай что делать. Вот. Много-много раз повторите, и все запомнится. Дальше, некоторым интересно, как сказать, в конце марта, еще когда-то, без какого, опять-либо, ни артикля, ни предлога не употребляете. Fin mars, fin avril. Кто когда родился, если вы вдруг родились в конце какого-то месяца, скажите «Je suis né fin, moi je suis né fin octobre». Я родилась в конце октября. То есть для себя эти фразы. Не даже, может быть, не вы найдите какого-то человека, ваша мама, папа, брат, друг лучший, муж, жена, скажите «Mon mari est né fin mars» и так далее. Главное, чтобы вы примеры для себя лично. И вот когда распечатаете или перепишете это все, для себя предложение это напишите, уже будет вам проще. «En réponse» в ответ, опять же, используем предлог «en», абстрактный «réponse». Вуаля, никакого артикля нет, запомните. Что кому-то в ответ можно сделать, придумайте все контексты. Следующий пункт. Мне очень нравится напоминать об этом как можно чаще, потому что когда слышу, говорят мои ученики, часто допускается ошибка. Так вот, у нас есть d'autres, d' апостроф, les autres, un autre, l'autre. Во-первых, первое, d'autres. В контексте понятно, кто такие d'autres, но обычно d'autres нужно добавить кем-то, например, d'autres personnes, d'autres élèves. И тут идет правило того, что если прилагательное предшествует существительному во множественном числе, мы не ставим «д», мы ставим «д». Помните это? Это правило Вожля, я вам о нем говорила раза два минимум в разных курсах вот этих новостей, только из этих 6 уроков. Так что пересмотрите, если не помните. Так вот, здесь в принципе оно и есть. То есть мы не ставим «д», ставим «д» апостроф, поскольку это слово начинается с гласной. Так вот, это другие. «Des autres» такого не существует, то есть только «d'autres». В оппозицию к «les autres» можно как использовать? «Les autres» переводится не как «другие», и так тоже, но в контексте «другие остальные». Например, у меня есть группа учеников, и я говорю, вот вы делаете первое упражнение, «les autres» — второе, то есть остальные — вторые. Так вот, то есть другие — это вообще все другие, неважно какие. Например, одни думают, что это так, а другие, что это не так, а третьи еще как-то думают, вот. В этом случае это будет «d'autres». А если у вас есть четкое деление на «одних» и «других», вот во втором случае «другие» будут с определенными артиклями из «autres». Возможно, будет это легче понять на примере в единственном числе. Потому что, например, у меня есть карандаш, который не заточен, вообще его невозможно писать.
Я говорю, например, своему другу, что «Donne-moi un autre crayon». Дай мне какой-нибудь другой карандаш. Неважно какой. «Un autre crayon». Если я видела, что у меня было всего лишь два карандаша, он дал мне карандаш, я смотрю, что он не пишет, я говорю, «Non, donne-moi l'autre». Дай мне другой, то есть второй. Тут тоже, то есть переводится «другой», но в значении «второй» есть выбор. Надеюсь, это понятно. Напишите, понятно или непонятно объясняю. Трудно. Так много правил и грамматики. Вот, я вам все сюда вот... Просто если вы скажете, что трудно, я буду сокращать. Не будет 13 пунктов, будет 5 пунктов, например. Некоторые сложные, некоторые легкие. Мне очень нужна ваша обратная связь. Дальше. Про ailleurs я вам говорила. Любое другое место. Мне, например, в русском языке этого слова не хватает. Хочется уйти, например. Главное, чтобы не здесь быть. Это ailleurs. Или, например, вот такой есть. J'ai envie d'ailleurs. Мне куда-то хочется. Вот куда-то тоже. Это ailleurs. Или c'est toujours mieux ailleurs. Всегда лучше там, где нас нет. Прекрасное слово. Подумайте, где бы вы могли его употребить. Следующее. On utilise que. Выглядит как отрицание, но это не отрицание, это ограничительный оборот, называется la tournure restrictive во французском. Как используется? Ne ставится перед глаголом, que используется, ставится перед той частью слова, которую хочется выделить. Используется только то, que ce, причем, так же, как отрицание функционирую я, но мы можем упустить. On utilise que, ce, que, qu'on a и так далее. Скажут, почему нельзя использовать seulement? Ну вот если честно сказать, seulement не так часто я слышу, и там может быть перед существительными какими-то. А так, ну, je suis venue que pour voir comment ça se passe. Я пришла посмотреть просто, как тут все происходит. Или que pour goûter, только попробовать, если вам кто-то предлагает поесть прям плотно. Говорит, ну, que pour goûter, je viens de manger, я только что поела и так далее. То есть очень часто они используют que вместо seulement. Если вот смотреть действительно эту статистику, по мне, я все равно вообще редко слышу. Не знаю почему. Тоже послушайте, скажете. Но вот это «ноке». Причем «ноке» не обязательно будет после прям сразу глагол стоять. Он utilise ses moyens que pour. То есть еще что-то можно вставить чуть побольше. «Que» там вообще именно перед той частью, которую хочется выделить, поставить. Вот смотрите. «Chez soi». Вот это местоимение «soi». Такое безличное. Мы с ним путаемся очень часто. Если вы говорите о ком-то конкретно, то это уже никогда не будет «soi». Например, он пришел к себе домой или «venu chez lui». А если наоборот о чем-то в общем вы говорите, это будет только «soi», уже не «lui». «Lui» — это кто-то конкретный. Например, эгоист думает только о себе. Вот эгоист — это абстрактно, это не кто-то конкретный. И это будет на французском «un égoïste ne pense qu'à soi». Или, например, всегда хорошо быть дома, да? C'est bien, c'est toujours bien d'être chez soi. Не chez moi, я не могу на себя... То есть я уже не об общности говорю, а о себе конкретно. Не chez lui, не и так далее. То есть chez soi у себя. Или все. Не буду больше примеров много давать. Ну, то есть эгоист думает только о себе, а на эгоист не pense qu'à soi. C'est toujours bien d'être chez soi. Дальше. Пункт следующий, я вам про него уже говорила. Effrayant, stupéfiant. Это у нас отглагольные прилагательные. Образованы они от, тоже можно сказать, от первого лица множественного числа и плюс окончание ant. И это всегда что-то активное. Что это значит? Что, например, если кто-то устал, значит, его кто-то утомил, правильно? И я могу быть fatigué, и это participe passé, je suis fatigué. Потому что меня кто-то утомил или что-то меня утомило. А еще кто-то может быть утомительным. Вот он много болтает, он постоянно вот лезет. И этот человек будет fatigant. Je suis fatigué parce que tu es fatigant. И точно так же я могу быть заинтересована чем-то. Это participe passé. Подумайте, как это будет. Je suis intéressé. Почему je suis intéressé? Потому что, например, l'article est intéressant. Статья интересная. И, например, я могу быть effrayé, я могу быть просто очень испугана, потому что этот фильм est effrayant. Это активно. Надеюсь, что понятно. Какие-то интересные примеры можете сами себе придумать, чтобы эти механизмы вы запомнили. Ну, вот,
Intéressé, intéressant, fatigué, fatigant, effrayé, effrayant, ennuyé. Мне прям скучно. Ennuyant, кто-то скучный. И voilà. Дальше. Voir, мы тоже редко пользуемся. Это такое, мы переведем это как и даже, а именно. Voilà. То есть начинаем немножко давать детали и усиливать. И даже... И voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Надеюсь, что вы не устали. Сейчас посмотрю, сколько вас у нас осталось. Все, вы держитесь, молодцы. Очень интересно. Хочется больше статей про искусство, но будем надеяться, что будут писать статьи про искусство в контексте коронавируса. Потому что вот как мы задали эту тему, так и будет эта тема держаться. Voilà. Главное, позитивные статьи будут. Я говорю, что будут позитивные статьи. Не буду никого, статистику не буду давать, тогда позитивная статистика пойдет, тогда буду давать позитивную статистику. Сейчас вы отдыхаете, вы молодцы, вы уже сколько, ну, 30 уже со мной. Все, слушаем, наслаждаемся. Читаю, буду читать максимально четко, но у меня уже тоже... Accueil, monde, coronavirus, confiné, les rues trompent la nuit, un crayon des versions vivantes de tableau. Passe-temps, le groupe Facebook Isabelle Silla comptait ce vendredi 350 000 abonnés en Russie. 20 minutes avec AFP publié le 12 avril 2020 à 15h45, mise à jour le 12 avril 2020 à 16h. Zéro partage, zéro commentaire, 237 partages. Reproduction du tableau, capture d'écran du groupe Facebook Isalatsia. Des crevettes formant la danse de Matisse. Ou des ailes de poulet devenant les trois grâces de François Boucher. Pour tromper la nuit, les internautes russes confinés à cause du coronavirus reproduisent avec les moyens du bord des tableaux de maîtres. La prolifération de notre projet est encore plus exponentielle que celle du virus. S'amuse Ekaterina Brudnaya Chilyadinova, 38 ans, fondatrice du groupe Isalatsia Confinement Artistique sur Facebook, qui comptait vendredi 350 000 abonnés en Russie. Chagall, Van Gogh, Matisse. Au départ, raconte cet employé du groupe Mail.ru, elle cherchait à distraire des amis en publiant fin mars une photo de son mari déguisé à la manière d'un célèbre autoportrait de Vincent Van Gogh. C'est facile à faire avec un vieux chapeau de paille trouvé dans un placard, une teinture rousse rapide de sa barbe, raconte-t-elle. En réponse, elle a reçu une reconstitution élaborée des amoureux dans le ciel de Marc Chagall. Un couple y survolait, perché sur un tabouret, une ville construite en Lego. Et c'était parti, rit-elle. Depuis, Ekaterina a découvert l'existence d'autres groupes similaires, reproduisant chez eux des œuvres classiques en Russie et ailleurs. On s'échange avec plaisir nos chefs-d'œuvre, dit-elle. Parmi eux, la danse d'Henri Matisse, recomposée par Nathalie Shevchenko, avec des crevettes roses et cinq noix disposées sur un sac en plastique et une serviette d'éponge verte. L'œuvre a un succès fou avec ses 40 000 j'aime depuis sa publication mardi. Les retouches photo interdites. Les règles sont strictes. Les logiciels de retouche photo sont interdits et n'utilisent que ceux que l'on trouve chez soi. Après, c'est libre cours à l'imagination avec des résultats drôles, effrayants, stupéfiants, voire même coquin, ce genre des interdits de Facebook sur la nudité. Le couple Monarov a recréé trois tableaux dans leur appartement de Saint-Pétersbourg. Leur chef-d'œuvre, fils prodigue de Rembrandt, sur leur copie, Rubens, en père heureux, serre dans ses bras sa femme Julia, agenouillée dos au spectateur avec son talon gauche nu et sale qui ressort sous son peignoir éponge blanc. Notre dossier sur le confinement. La situation avec le confinement n'est pas facile, mais on espère toujours le meilleur. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, explique Rubens Monarov, 48 ans, lui-même peintre professionnel.
La démographie des tableaux est, elle, très variée, avec même beaucoup de personnes de 60 ans et plus, comme cette arrière-grand-mère de 88 ans qui prend la pose de l'inconnu, œuvre du peintre russe du 19e siècle, Ivan Kramskoy, dont les reproductions étaient omniprésentes dans les appartements soviétiques. Ouh, j'ai fini! Alors, est-ce que ça va? Encore une fois, классная статья, Наталья, мне тоже очень нравится. И Сабуз Амюза Левтина. И всем нравится, здорово. Мы закончили, завтра будет статья поменьше. Прям поменьше, найду прям самую малюсенькую статью. И мы завтра с вами за 20 минут успеем все это сделать. И она будет, надеюсь, интересная. Желаю вам хорошего дня, работайте. Скоро она появится у нас здесь и в Фейсбуке. Благодарю Франкотеку, Библиотеку иностранной литературы и всех вас за то, что вы со мной и пишете свои комментарии. Благодарить очень приятно. Ждем вас завтра и au revoir. À bientôt.